А в культурном центре «Родина» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 40-летию Народного хора ветеранов труда культурного центра «Родина». Поздравить творческий коллектив пришли многочисленные гости, в числе которых был и заместитель главы администрации города Элисты Дмитрий Довгополов. Он поздравил участников хора и вручил им награды. Звание «Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия» удостоилась художественный руководитель творческого коллектива Ольга Шелухина. 40 лет – достаточно большая дата для коллектива. 13-й год этим коллективом руковожу я. За эти 13 лет коллектив, можно сказать, очень сильно изменился в качественном плане, особенно с приходом в наш коллектив нового баяниста Настина Сергея Михайловича. Потому что Сергей Михайлович у нас прекрасный аранжировщик. Он пишет любую, какую мы захотим, какую нам понравится песню, расписывает на трехголосие. Расписывает достаточно сложные партитуры, поем достаточно сложные вещи.